Близятся летние каникулы. Проверить, знают ли воспитанники детского дома звездные правила дорожного движения, решили представители одной из ивановских автошкол совместно с сотрудниками ГИБДД. Разумеется, в игровой форме. Сейчас на территории города Иваново проходит профилактическая операция «Внимание, дети!». Мы традиционно проводим эту операцию в начале школьных каникул и в конце школьных каникул. Связано это с тем, что, как показывает наша статистика, именно в дни школьных каникул увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Ребятам предстоит пройти несколько испытаний, почти как во время реальной сдачи на права. Практическое задание – как можно быстрее проехать полосу препятствий. Творческое – нарисовать агитплакат по соблюдению правил. Ну и, конечно, теоретическое. Знание проверил лично инспектор ГИБДД. За каждый успешно пройденный этап ребята получают частичку дорожного знака. Тот, кто соберет первым, победит. Главная цель – напомнить детям правила поведения на дорогах. Переходить дорогу в положенном месте – пропускать машины, посмотреть по сторонам и, конечно, переходить на зеленый цвет. Статистика последних 4 месяцев показывает, что дети нередко становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий. Но лишь в немногих случаях именно маленькие пешеходы нарушают правила. Дети знают, как вести себя на дороге. Осталось научить взрослых. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.